Всем привет! Ну, наконец-то мы едем на природу. Меня уже давно просили туда съездить. Я все уговаривала дочку, у нее все времени не было. А самой одной на автобусе и на электричке не хотелось как-то ехать. И тут она мне сама написала сообщение с утра. Пригласила. На свидание с природой. Я как раз, соответственно, оделась сегодня в желтеньком, потому что у нас осень. Как раз в это время туда лучше всего ехать. Заехали на заправку. Диана пошла за кофе. Куда же мы без кофе? Никуда. Нужно же подзарядиться. Главное, чтобы погода была хорошая. Потому что будет обидно, конечно, если будет сильный ветер, дождь. Но вроде обещают хорошую погоду. Но я зонтик на всякий случай взяла. Я просила самую маленькую кружку, стакан кофе. Ну, какой-то большой очень. Оказывается, есть еще больше. Есть средняя. А есть еще самое большое. Я не знаю, там что, ведро, что ли? Ты пила когда-нибудь самое большое? Нет. Мне просто интересно, сколько там, литр, два кофе. Мы уже на стоянке приехали в Сигулду. Но еще где-то листья есть. Конечно, поздновато мы приехали. На некоторых деревьях уже нету листьев. Наверное, все-таки в октябре лучше приезжать сюда. Здесь такая небольшая ярмарка. Мы идем в пещеру Гудманя. Самую красивую. Но мы рано приехали, еще не все разложились, видимо. Давайте посмотрим, что здесь. Картины из янтаря. Красивые. Здесь прямо осень-осень. О, Рига есть. Красивая Рига. Золотая осень. Разные сувениры, тарелки с Ригой и браслеты из янтаря и различные кулончики, колокольчики. Куда звонят? Какой ежик симпатичный. И магниты. Так, а Сигулды нет магнита. Только Рига, Рига. Машину поставили и за стоянку заплатили 2 евро 50 центов. Ой, как птички поют. Красота. Вот там продают какие-то вкусняшки, наверное. Я помню, в прошлом году покупала там трубочку со сгущенкой. Так там почти сгущенки вообще не было. Интересно, в этом году будут эти трубочки или нет? Лабдиен. О, палдиес. Када кипот шика я? Я, он та и разум эссен. Ага, палдиес. Не, арки плоти, он не гриб, балдиев. А, балдиев. Балдиев. Балдиев, балдиев. Нет, сейчас я посмотрела, вроде другие трубочки. Да, там сгущенки довольно много было. Но помню, тоже 3 евро стоило. Сейчас 3 евро. Цены не изменились за год. Но орешки вкусные. Так, дошли мы до пещеры Гудманя.
говорят, самая высокая и самая широкая пещера в Латвии. Мне нравятся эти надписи на стенках старинные. Их можно ходить, изучать вечно. Смотрите, какая красота. Ой, солнышко для нас выглянуло. Сразу так красиво стало. А, кстати, с немецкого, если перевести Гутман, это хороший человек. И вот, согласно преданию древнему, что здесь когда-то жил в этой пещере один человек хороший и лечил людей родниковой водой. Поэтому говорят, что эта вода родниковая целебная. Поэтому люди рассказывают, что этот родник обладает целебным свойством. Диана говорит, поднимайся наверх. Но подниматься еще можно. Как-то здесь такая небольшая пещера. А вот спускаться здесь не очень удобно. Ой, сверху какой вид шикарный. Прыгай. Какая у меня добрая дочка, говорит, прыгается. Спасибо. Я лучше полечу. Ну, можно, да, залезть везде можно. Вот это, по-моему, да, лестница, где 400 ступенек вверх. Будем подниматься? Иди. Хорошо, что не слышно, как я дышу. Ой, там еще лестница, ужас как! Я иду и думаю, зачем мне это надо было? Ой, да, мы не ищем легкие пути. Я на 385-й ступеньке чуть не выдохлась. Думала уже бросать это дело. И вот здесь можно посидеть и любоваться панорамой Сигулды. Не, все-таки красиво сегодня тоже. Табличка, и в ту сторону по тропинке там тарзанка, можно прыгать с тарзанки, а я даже не знала, но мы прыгать сегодня не будем, с тарзанки поедем дальше.
еще одно прекрасное место. Смотрите, на улице какие столики. Я думаю, что их зимой тоже не убирают. Там уже листья убирают. Хотим прокатиться на канатной дороге. Я в прошлом году каталась, очень было страшно. Но в этом году я уже ничего не боюсь после самолета. Особенно после Боинга. Слушайте, как повезло, через 5 минут уходит трамвайчик. Так что я прокачусь. Билет стоит 16 евро туда-обратно. Дочка не захотела, она осталась там. Мы уже приехали домой, нам сегодня нужно было пораньше, ну, сами понимаете, школа, дети. Так что, кто меня просил показать Сигулду, природу, вот сколько смогла, столько показала. Конечно, хотелось бы еще там подольше погулять, по разным замкам походить, ну, как-нибудь в другой раз, может.